Всем привет! Сегодня у нас 12 апреля 2020 года. Дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас. Вот подошло время для обработки, второй обработки яблоневого и грушевого сада. Вот фаза в движении цветковой почки. Первую обработку, кто не видел, я оставлю ссылку под этим видео в описании, в какие сроки, какими препаратами я проводил обязательную первую обработку. Это у нас сейчас будет вторая обработка яблоневого и грушевого сада. Бороться будем с такими вредителями, как долгоносик, почкоед, цветкоед, тля, казарка, букарка и листовертки. Ну и в то же время клещи. От болезней будем бороться от таких, как мучнистая роса. Очень важно работать в вечерние и в утренние часы, в безветренную погоду и свежеприготовленным раствором. Это дает очень хорошие результаты. Работать буду двумя препаратами. Фунгицид и инсектицид. Сейчас я вам покажу, какими препаратами я работаю по данной фазе цветка. Они очень хорошо дают результат в данное время. Вот эти два препарата. Это Ампливо инсектицид и Тиавиджет фунгицид. Тиавиджет 40 грамм разводится на 10 литров воды. Ампливо разводится 4 миллилитра на 10 литров воды в один бак. И проводится наша обработка нашего сада. Я надеюсь, что это видео было полезно. Кому оно понравилось, большая просьба, ставьте лайк. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Мне будет очень приятно. Всем спасибо за внимание. Всем пока.